Эти кадры были сняты в сентябре 2013-го. В Сочи в Олимпийском дворце «Шайба» тогда проходил турнир четырех наций по слэдж-хоккею. Тогда почти при пустых трибунах. Еще полгода назад о том, что такое слэдж-хоккей, в России знали единицы. А это уже Паралимпиада 2014. Разница очевидна. Российские слэдж-хоккеисты после игр в Сочи стали настоящими звездами. Интерес как со стороны болельщиков, так и прессы колоссальный. Теперь, отметили тренеры, важно удержать успех. В Канаде, в Америке они уже более 20 лет культивируют этот вид спорта. У них, конечно, это поставлено на более такой профессиональной основе. Мы сейчас к этому будем подходить, я думаю, что выйдем на это. После успеха сборной России по слэдж-хоккею на играх в Сочи заговорили о поддержке полюбившегося болельщиками видом спорта. Главная цель на ближайшее время – создание команд по слэдж-хоккею в каждом городе, где есть клубы КХЛ. Инициативу уже поддержали в Санкт-Петербурге и Москве. А в Тульской области и вовсе планируют создать детско-юношескую школу по этому теперь уже популярному виду спорта.